Смягчение карантина в Молдове вышло боком. Вместо того, чтобы извлечь уроки из прошлых месяцев, когда большая часть Европы задыхалась из-за коронавируса, мы укрылись в собственном равнодушии. Ограничения не соблюдаются, маски для вида, а заболевших все больше и больше и больше. Заставляют крепко задуматься и противоречивые действия властей с отсутствием какой-либо четкой позиции. Министры открывают рынки и разрешают посещение кладбищ на Радоницу. Эпидемиологи все повторяют, что ситуация крайне тяжелая, что возвращаться к привычной жизни рано. И правительство, и Национальное агентство общественного здоровья, авторитетные органы, должны быть, по крайней мере. Но пока они говорят на разных языках, людям их не понять. Обстановка тревожная, и с каждым днем все хуже. Если не осознать, наконец, что нужно срочно принимать меры, потом останется только искать виноватых. А они будут найдены. Государство свалит все на граждан, граждане на государство. Но смертельная статистика от этого не снизится. Умерших не вернуть.